Гляньте, как он меня любит, ребята. Чё? Он меня просто обожает. Он любит, когда я его глажу, когда я его ложу к себе на ладошечку, под мышку к себе. И он там балдеет, спит. Ты меня сейчас предаешь. Давайте я положу к себе. Там будет удобнее тебе. Ну, ты мой колесий, помпоновый шарик ты мой, драгоценный. Ну, хватит спать, ребята ждут вообще-то твоих приколов. Сёма! Не, ну ты посмотри, ты чё, весь видос собрался мне спать? Ну да, надо его разбудить, не годится это, правда? Разбудила меня, блин, мне такой сон приснился, прям на самом интересном моменте разбудила меня. Портишь постоянно всё. Ты чё, решил слопать мой чайник? Угу, да. Сёмочка, Сёмик, а у меня для тебя сюрприз. И какой? Угадай, кто за дверью стоит. О, господи, мне уже страшно. Бабушка. Угадай. Ребята, угадайте, кто там за дверью. Понятно, сразу старая ведьма. Сёма, а ну смотри, вкусненькая тебе бабуля принесла, твоя любимая. Не очень. Где он? О, мой хороший, мой первенец. Слышишь, Дотя, я вот дома, что ты говорила, что Туська у тебя старая? Если он первый появился у нас, это же он самый старый получается, или как? Не, мам, не, неправильно ты это самое. Мы просто Туську уже взрослую купили. А, тогда ясно. Тогда получается они одинаковые. Получается, вы хотите мне старуху, блин, приманить? Кушай, кушай, бабуля почистила для тебя вкусняшечку. Я не хочу со старухами встречаться. Это что такое, клубника такая? Ты опять собрался спать? Бабуля, ну надо что-то с ним делать. Он прям спит и спит, спит и спит. Чё, мы сейчас ему устроим этот самый дискотеку. Мы сейчас включим музыку ему. Жалко, что у меня нет хомячих песен, чтобы ему было веселее. Сёма! А ну быстренько отжиматься. Бабушка зря пришла, что ли? Давай развлекай старушку. Да, зря пришла. Так что иди обратно. Не, ну ты посмотри на него. Что у него с мордой, я не поняла. Пухло, что ли? Мама родная, какая стрёмная морда. Прям не похожа на Сёму, что ли?